Сейчас мы с вами посмотрим интересный момент. Как корабль Кунки входит в анус, понимаете? Это было запечатлено на видео. Вот мы видим, что вражеская тима такая спокойненько бежит, такая «Утю-тю-тю-тю, пойдемте зафармим рошанчика». А тут рядом Кунка затаился. И чувствует что-то неладное, такое неладное, неладное, ну ладно, что-то там не так. Ну, само собой, Кунка уже спалил кого-то. И делает таким образом. Кидает это говно, это. И вот так. Вот вы видите, как изящно входит корабль в их анус. Смотрите, вот видите. Давайте посмотрим даже вот таким вот образом. Так, сейчас, секунду, подальше. Давай подальше, вот так вот. Вот, возьмем этого героя и посмотрим, как в него войдет кораблик. Хорошо, типа идет, ничего не подозревает, я ничего не вижу. Во, во, смотрите. Начинает его бить по Рошану. Оп, оп, оп. А там Кунка позади. Они не палят этого. И летит кораблик. Оп! Поэтому это будет вам урок. Всегда смотрите за своим анусом. Всегда. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.